Добро пожаловать на канал HardResetInfo, это телефон Nokia 8.1. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве войти в безопасный режим. Для этого мы нажимаем и удерживаем кнопку питания, затем нажимаем и удерживаем кнопку выключить и нажимаем ОК. Ждем. Давайте пока расскажу, для чего нужен этот режим в принципе. Этот режим нужен, если вы вдруг скачали себе вирус какой-то на телефон. К сожалению, такое иногда случается. Если вы хотели скачать какую-то пиратскую софтину, какую-то пиратскую игрушку за бесплатно. Бывает такое, что недобросовестно владельцы сайтов выкладывают либо непроверенные ПК-шки, либо специально заведомо вирусные, которые показывают очень много рекламы, а вы из-за этого не можете пользоваться телефоном. И тогда вам придет на помощь безопасный режим. Почему? Потому что, видите, написано безопасный режим. Потому что в этом режиме никакие приложения, кроме стандартных, предустановленных, неудаляемых, не работают. Видите, Duo. Посмотрите только на Duo. Скачанное приложение отключено в безопасном режиме. И так со всеми. В этом режиме вы просто можете взять его и удалить. Ну, приложение вирусное, я о нем имею в виду. А просто бывает такое, что в обычном режиме оно не дает себя удалить, потому что оно стало администратором устройства, либо еще что-то. А тут нет, все просто. Для выхода из режима нажимаете перезагрузка и все. Ну что ж, ребят. Вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.